Что, ребятушки, по утреннему парку, та с колокольчиками, да с бубенчиками, а? Поехали. Скоро сезон закончится. Будем скучать за этим местом. Зашла, смотрю, что это у меня за какашки на полу. А я забыла, я вчера поставила от комаров вот эти вот штучки. Поставила на пол, они догорели, видите, дотлели. Такой немножко запах стоит интересно. Меня вчера комары загрызли. Так, ребятушки, я что-то сильно рано приехала, еще даже 10 утра нет. Так что пройдусь я сейчас по парку. А? Кто там трещит уже? Машинку кофейную включила, пусть греется. И пошла я гулять. Птички поют. Слышно? Жара. Уже 30 градусов. Лето. Все так благоухает свежестью. А под ногами надо быть осторожными, потому что ящерицы туда-сюда бегают. Ой, как хорошо. Чистый воздух, видите, все мокренькое. Деревья ночью поливаются. Ой, пошла я. Пошла я к озеру, рыбку половлю. Пустой парк. Ни души. Ну, если только не считать садовников. Потому что на ресепшене еще даже не было наших билетчиков. Ой, что там за фонтанчик у нас? Это мы на флору, похоже, выходим. Пройдемся с утра. Вообще-то нам можно раньше чуть-чуть приезжать, но раньше не получается. Только в воскресенье могу себе это позволить. Ой, шум города прям мешает. Знаете, чем пахнет здесь в саду? Чабрецом. Смотрите, какая красотень. Скоро это все закроется. Такая аллея. Но туда углубляться не буду. Ты и я, и мы с тобой. Сейчас, сейчас, сейчас покажу вот этот спуск. Ой, которым не пользуются, естественно. Потому что тут какой-то обвал-завал. Мы же любим по лесным тропам ходить. Будем считать, что мы в лесу. Там уже чей-то огород. Чье-то хозяйство, чьи-то бидоны с водой стоят. Да, там уже народ живет. Это мы уже за территорию вышли. Вот если бы я сюда сошла. Когда-то здесь была лестница. Но, видно, ее всю завалило. Так что в чужие огороды мы лезть не будем. Пойду к озеру. Это 10 утра, ребята. Но к озеру я все равно схожу. Видите? Оп. Ой, бегают, бегают. Всякие дремучие.
у нас эта трава тоже растет. Видите, это ж можно как комнатные растения использовать. Но это не для меня. У меня одна орхидея живет. Посмотрите на это дерево. Вау! Его я вам, наверное, не показывала. Представляете, на него залезть, как Маугли. Даже не видно, как, куда оно раскидывается. Оно раскидывается над всем парком, ребята. Это рядом с озером. Потому что здесь вот это дерево я вам показывала. Где лодочки стоят. Так, что-то у нас калиточки закрыты, открыты. Сейчас все проверим. Вот это дерево с другой стороны. Камфора. Камфора называется. Через місточок и идем в садочок, вернее, на островочек. Боже, какая тишь. Тишь да блажь. Оп. Хочу посмотреть, черепахи. Черепахи сверху или попрятались. О, бегают, бегают, бегают ящерицы. Духи сада, проснитесь. Лилёк пришла потревожить вас. Вот такие вот швартовые. Кто тут швартуется, непонятно. Но садовники что-то подсыпают. Так, раньше здесь собирались стаями черепахи. Где они? Черепахи! Вы где? Нема. Все в росе. Ой, какая роса. Посмотрите, какая роса на траве. Вон они плавают все. Все в воде плавают черепахи. Раз, два, три, четыре, пять. Пять черепах вижу. Сейчас покажу вам ближе. Видно? Они обычно на траве сидят. Но видно, им жарко. Уже 29 градусов. Одна черепаха увидела, что я иду. И оп, плюх, а вот вторая плывет, большая, большая черепаха. Портила, что ты нам скажешь, нырнула. Вот так вот, не хотят они позировать, понятно? Она от нас стоит, голову выставила, сейчас меня увидит, и еще там одна, и тоже нырнула. Дети пищат от радости, когда видят эту всю красоту. Салата я вам сегодня не принесла. Еще день не закончился. Оп! Обычно Николе отдаю салат. Или когда Сильвана есть. Говорю, есть салат для рыб и черепах. Ну все, уплыла, уплыла, уплыла. Уплыла. Нема. Нема черепахи. Вода такая. Дождика бы ей, чтобы освежилась эта водичка. Изумрудная. Мы, говорят, изумрудная, идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой неспроста. Рыбка плавает по дну, и черепаха рядом с ней. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин. И Лиля возвратится работать к себе в бар. Видите, как она на вас смотрит. Что, понравились? Вы ей понравились, ребята. Видите, смотрит на вас. Прямо смотрит, смотрит. Это молодая черепашка, это маленькая. Я видела побольше. Ой, какая ты красивая. Да, оттолкнулась от камушка и пошла. И пописала, и пописала по воде. А? Расскажи что-то. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, черепашечка, как дела? За тобою рыбка гонялась. Ага. Карасем она называлась. О, дурочка. Боже, боже, Лилёк.
Тебе сколько лет? Ну, какая разница, он еще одна черепаха плывет. Вон она, еще одна черепаха. Сюда заходить нельзя, видите? Ну, мы же с вами. Ой, это ж мы с вами. Мы с вами могем куда хотим. Хотим туда и могем. Наш лодочник в отпуске, так что... Вот тут... Каскад воды. Беседка для влюбленных. Там тоже какие-то то ли черепахи, то ли рыбы. Что-то там такое скидывается. Ну, в общем, красота. Пейзаж еще не осенний, еще пока летний. Но очень красивый. Заряжайтесь на целый день хорошим настроением. Такой прекрасной росой. Тут еще прохладненько, здесь хорошо. На качели кататься не буду. Нет времени. А так бы катнулась. Интересно, тут черепахи у нас не сидят? Не, не сидят. Все они сегодня принимают утренние ванны. Утренние ванны. Я бы сама сейчас прыгнула бы так в водичку. Как Сильвана один раз. Ох, мы смеялись. Вешала какие-то эти. И плюх, и искупалась вся. Никола ее в это время сфотографировал. Вот это была хохма. Но она не расстроилась. Она просто счастливо улыбалась. Хоть вода не сильно чистая в этой речке. В этом озере, вернее. Что у нас тут цветет? Что-то цветет. Вот таким голубеньким. Как барвиночек. Но это не он. Постойте со мной. Смотрите. Видали? Какие купола. Какой камыш. Деревья гнулись. Камыш. Камыш. Стоял. Стоял все в тишине. Там кто-то бульки пускает. Ну, рыбка, рыбка. Рыбы тут много. Ой, так там даже на сомика похож, на маленького. Ребята, а что у нас, сомы могут быть? Может быть. Как маленький сомик. Это те, которые чистят воду. Я не знаю, видно вам или не видно, но ей-богу сомик. А я все карапов видела здесь, зеркальных. А тут, оказывается, вон он. Еще одна тартаруга голову выставила, плывет. Куда плывешь, дорогая? А? Плывет, плывет. Ой, так бы стояла и любовалась. Еще к нам кто-то плывет. Здесь только бульки по воде идут, видите? А воздух это вообще сказка. Тоже какой-то сомик, ребята. Кто ты? Рыба вьюн. А? Непонятно. Водичка грязная, не видно. Ну ладно. Поглядели и хватит. Пошла я работать. Пошла я чуть-чуть потружусь. Столики накрою. Смотрите, какие тут растительности красивые. А? Знаете, как приятно, когда никого нет. Ой, ты сам всему хозяин. Вон только дядька стоит. На Брежнева похож. Но только с бакенбардами. Брови, как у Брежнева. Ой-ой-ой-ой. Сейчас я вам наговорю. Не слушайте меня. С утра пораньше не слушайте. Лодочник, это что у нас тут такое? Камеры. Камеры какие-то, свет какой-то. Спасательные круги и лодки. Все, ребятки, прогулялись. Всем хорошего денечка. А еще ту беседку вам надо показать. Еще ту на высотке. Вон какая стоит. А небо голубое-голубое. И ни одной тучки. Все?
поехали. Викетта. Унге. Це не Фрейда, ви видите? Які саме люди ти? Стрига. Стригона. Се. Finta di niente, me ne sono andata. Vattene. Fa giri, dai. Pulisci un po' per terra, su. Mi passi un bicchierino? Un bicchierino? Di pensiero.